Кажется, господа, я обнаружил баг в игре. Поэтому монорельс не едет больше никуда. И, короче, выйти из него я тоже не могу. Запустить его я тоже не могу. Все очень плохо. Угу. Меня зовут Ведьмак, здравствуйте всем. Хотел продолжить играть в Mass Effect Andromeda, но, как видите, все, мы здесь, по ходу дела, умрем от недостатка кислорода или от истощения, потому что оно не едет. Я вышел из игры в конце предыдущей серии, поскольку сохранять они нам, мега-разработчики этой великолепнейшей игры, вообще не дают, просто никогда, то ну, я вышел из игры, потому что альтабнуто ее держать нельзя, как бы счетчик тикает, время мое на исходе и все такое прочее, а загрузился я вот сюда. Ну что ж, видимо, придется загружаться в более, на более ранний сейв. Другой вариант, я так понимаю, не вижу. Сейчас, скорее всего, по новой нам херакнут кат-сцену с пробуждением. Напоминаю, что в предыдущей серии мы с вами отключили девайс, который отворил это непонятное космическое дерево, которое держало наш корабль. Будем его так называть. И... наш отец погиб, пожертвовав своей жизнью для нашего спасения. В итоге Райдер стал, точнее вот этот наш персонаж стал новым первопроходцем в игре, в этой вселенной. И теперь я один поехал. Класс. Пропустить катсценку нельзя. И мы прилетели до Нексуса, гигантского сооружения наподобие цитадели. Ой, куда должны были подвозить ресурсы, чтобы построить гигантский фортпост для рас цитадели. В общем-то. Но тут никого нет. Мы обнаружили, что тут пусто, Нексус не достроен, других этих. Господи, ковчегов нет. Мы в одиночестве. Все, судя по всему, пошло очень плохо. Ну вот тут мы должны были выйти при загрузке того сохранения, но почему-то этого не произошло. В общем-то тут такая некоторая, в некотором вроде имитация цитадели. Тут даже стоит Авина. Расскажи-ка нам, Авина, что вообще происходит? I'm sorry. My code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. Хорошо. What year is it? The current year is 2819. After spending over 600 Но вообще-то это не так. It's normal to feel disoriented or confused upon arrival. Our helpful medical staff can assist with any physical or psychological after effects you may be experiencing. Well, she's got the date right. А, правильное время, да, значит, это я ошибся. Ладно. Так. Что происходит? Однако ты бесполезная женщина. Rest assured, our Pathfinders have carefully vetted all colony worlds to ensure your security and prosperity. Oh boy. Habitat 7. That's where we landed. She's way out of date. How does the immigration process work? We ask that you submit to a brief medical exam to ensure your health and well-being after making such a long journey. Once you've been cleared, our colonization experts will assist you in finding your new home. Please be mindful of the queue. Thousands of eager colonists like you are waiting. Да, там толпа за мной уже. Очередь недовольных.
place is deserted. What can you tell me about the Andromeda Galaxy? Here in Andromeda, you are over 2 million light years away from the Milky Way Galaxy. Как мы за 600 лет-то долетели, непонятно. Any life form has ever traveled outside our home system, making you a brave pioneer indeed. Что-то у него странное с рукой происходит. Или мне показалось? As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists, providing a safe, stable. Я понял, короче, ладно. Not from the looks of it. Пойдем осматриваться. It has been my pleasure. Да. Time for immigration processing is unknown error. Unknown error. That was helpful. Понятно. Ну что ж, приятно было повидаться с Савиной. Я смотрю, притаранили даже за 200 миллионов световых лет. Да, кстати, здесь растения-то живы еще до сих пор. Я вижу. Капитан очевидность. Так, здесь, так понимаю, была когда-то иммиграция, да? Приемный пункт, что-то такое. Hello? Anybody there? Ну что ж, давайте осматриваться, думать, что здесь еще творится. Это капитан очевидность прямо. Вряд ли наши растения кому-то нужны. Гидропонное оборудование. Анализ. Этот террариум предназначен для использования на гидропонной ферме и выращивания растений на Нексусе. Замечательно. Терминал. Компьютерный терминал. Ну ладно, я не буду уж все это читать, по-моему, не слишком полезно. Интерфейс голографической системы. Хорошо. Гидропонное оборудование. Больше гидропонного оборудования, богу гидропонного оборудования. Че это? Это все гидропонное оборудование? Не, подожди. Как так ты? Что-то меня обманываешь, это какой-то ящик новый. Стандартный ящик снабжения. Содержит датчики, используемые на гидропон. Ну, короче, все для гидропоники тут у них разложено. Похоже, они даже толком не начали. Хотя нет, гидропоника, растение, смотрите, сколько растет. Что с небом? Или там просто потолок не видно? Так, ну, к сожалению, у нас здесь нет джетпака, поэтому вертикальная проходимость нулевая. Чуть там такое стоит, хер его знает. Там какой-то террариум. Эй. Да я хоть на аквариум это посмотрю. Террариумы. Там что-то булькает. Наша цель... О, подожди, кто-то реально живой? Офигеть. Как, чё он вообще тут делает? Спасибо, Кэп, я вижу. Чувак, где все? Hi there. We're from Ark Hyperion, and wondering where everybody went. Did he hear you? Did you say an ark? Yeah, we just got in. And for what it's worth, your VI over there could use an update. But we thought you were all dead. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this... Подожди, ты человек! Как ты здесь оказался? Как человек мог прилететь раньше нас? Милиция? Какое-то ополчение? Кора Харпер и Лиам Коста, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an arc had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. But aren't you expecting us? You're the first arc we've seen. After a year. А, вот он еще. Никто не прилетел. Капец, что-то какая-то... Как-то ваш мурашки по коже от такой жути. We're familiar with it.
Then you'll know why we call it the Scourge. We lost Scourge? Huh. The station. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Ничего себе, вы тут уже намудрили. But you're here now, so maybe the worst is over. Я в этом сомневаюсь, чувак. No word from anyone, period. Any threats from the locals? So far we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Habitat 7. Whole thing went south. They tried to kill us. That wasn't first contact. We know about them. Those aliens... В смысле, как это вы знали о них? Чего это меня скрывают? Чего ФПС упал так резко? Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an ARC to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. Здрасте. The crew of the Hyperion. Good luck. Ой. I'm Jaren Tan, director of the... Ты чё такой здоровый? You have no idea how much your arrival means to us. Солорианцы же были маленькие всегда. Чё он такой гигант? Ты качок, что ли? Not as much as it means to us. We had one hell of a time getting here. Nice to see some friendly faces. Hungry faces. Any supplies you can spare would be appreciated. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Where's the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Да, эмоции, конечно, на твоем лице забыли, как появляться. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. У вас гигантская космическая станция, вы и так ничего не начали выращивать? Мэтт Дэймон картошку на Марсе выращивал, дебилы! A golden world. Now more than ever, we need a pathfinder. It now falls to you. Женщина с лицом дуболома. Да, вот этот тот самый момент, который уже многие заметили в плане лицевой анимации в игре, что вот эта вот женщина, она вообще абсолютно безэмоциональная, как робот. Взгляд уставленный в бесконечность и едва шевелящиеся буквы. Ну. Так мой отец думал, значит. Не, без сомнения. I may not have been the first choice, but I'm ready for this. Youthful enthusiasm will only get you so far in Andromeda. Роботы тоже не помогают. О, это женщина. Кроган женщина. Удивительно, но факт. I'm Nakmor Kesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. Да ни капли. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. Так, иди полы помой где-нибудь. The Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. Да, давай, давай там. Кофеёк свари, ужин приготовь. Работай. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scoutship. I'm happy to work out the details with your associate. Пипец, что солурианцы такие здоровые стали, а Кроган наоборот маленькие. Хотя... Да, они, смотри, он раз высотой с меня. Что за дичь здесь произошла с ростом персонажей? Спасибо за помощь. Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. What little we can find should have a chance. Господи, что это? Hyperion's core is now online. За монстр. Let me show you something. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. Блин, почему у меня глаза какие-то серые получились? You'd best go talk to Director Tan.
make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Don't be shy. Ясно. Я так думаю, отсюда мы будем видеть, как меняется, в общем-то, Nexus, поскольку мы его будем развивать, я так понимаю. Блин, целая уйма работы впереди! Я полон энтузиазма! Здравствуйте. Женщина с розовыми волосами. Вы довольно симпатичны, надо сказать. В отличие от других тут представителей моего вида. Хорошо, хорошо. Новое задание. Миллион заданий, я понял. Соединение с Nexus. Поговорите с директором Танном в штабе первопроходца. Он директор чего? Дополнительные задачи. Освоиться на Nexus. Поговорить со всеми. Хорошо. Постараюсь. Ну что ж, давайте смотреть. Электричество мы завезли. А, видимо, поэтому они здесь ничего не выращивали, потому что электричества не было. Ну ладно. Но Мэтт Дэймон тоже, в общем-то, выживал в довольно суровых условиях. И он выжил. Ну что ж, давайте с этой деревянной мадмуазель пообщаемся. Я буду звать тебя просто Буратино. Он умер, дура. Я заметил, что у тебя лицо вообще не двигается. What happened with Pathfinder? В смысле? Что ты хочешь от меня? I don't want to get into it. Things went wrong, and now I'm the one you have to deal with. Alec Ryder wouldn't accept that kind of ultimatum. Damned if I will. We'd never have left home if we... Not home. The Milky Way. This is home. This mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. Тебя не просили. Так, что тут? There's also the strange technology. Has anyone studied that? We've tried. Not me. The brains in research. They're supposed to know their business. The current excuse? The tech we dug up on Mars was more advanced, but it's plugged in. The tech here thinks different? I don't know. We've mostly avoided it. Он реально как робот, просто вообще никаких эмоций на лице. Еще и какой-то странный у нее прикус. Так, ты точно человек? Может, ты андроид? Хотя андроид из Nier Automata и то получше выглядит, по-моему. You've had no colony successes in over a year. How many tries is that? Less than you'd think. The Scourge, spoiled worlds, exiles, hostiles. We can't just plop down an outpost and expect picket fences. We need the Pathfinder and Sam to scout, evaluate, and inspire. The initiative promised a goal. Andromeda has not cooperated. А вы на что рассчитывали, я не понимаю. Beautiful utopian horseshit. Colonies that produce and support each other. The Nexus as citadel, not headed by Tan. Or even me. Люди прилетели вообще в неизвестную галактику, и на что вы, мать вашу, рассчитывали? Что вас здесь с хлебом и солью встретят красивые девушки или чего? Чё за тупизм, я не понимаю. How do you fit into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. As the number of outposts is currently less than ideal, my influence is limited. Это хорошо. As Tan is quick to remind me. Left a perfectly adequate career as a chief officer. Provincial capital, too. Only a new galaxy could pull me away. And here we are, idling. You called my father Alec. No one does that. A lot of us joined the initiative because of his vision. What he shared of it, anyway. Were you friends? Or... I'm not your new mother, if that's what you're asking. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's a pathfinder until they've path-found something. Much like a colonial director without colonies. Ты вообще меня бесишь. Уже. There must be some kind of plan for encountering hostile aliens. We can't have been that naive. We expected life, not an enemy that refuses to talk. They don't attack, they disinfect. We're nothing until we're bacteria.
Sorry. 14 months and you stoop to poetry. That's how bad it is. Это. Я хочу напомнить, что там 600 лет световых назад люди вторжение жнецов отогнали, а вы тут не можете каких-то мудаков отстрелять. Ой, люди постоянно забывают, что история повторяется сама по себе. И что нужно быть готовым к этому на основе предыдущих ошибок. Понятно. Ты бесполезная женщина. Райдер? Рекс? Да иди нахер. Да иди нахер, не хочу я с тобой разговаривать. Стоит тут Буратино мне, рассказывает, как, блин, терминал. Ты ничем не лучше Авины. Такая же бесполезная женщина. Так, с кем тут еще пообщаться? Давайте посмотрим сразу. Journal. Соединение с Никсусом. Ретроспектива, что? О. Решив, что кеты представляют угрозу, вы дали им отпор, защищая Фишера. Я вот это слово кеты откуда взялось, никто же не знает его еще. Мы еще не с ними недостаточно знакомы, с этими ребятами, чтобы называть их кетами. Так, поговорить с... Можно мне? Ага. Так, подсветить хочу сначала с людьми пообщаться. Нихера тут всего. А, это лестница, так и обозначается. Там еще магазин, что ли, есть? О, магазинчик. Магазинчик Джо. Здравствуйте. А, не мне. Я думаю, что-то мало говорит. Мало чего-то у него. Ого. Народ-то набежал как сразу сюда. Свет как дали, так все сразу. Магазины открылись. Куда деваться? Ты кто? Мариетта. О, женщина-турианец. It's not right. It's not fair. What's wrong? Oh my, you're... So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. Что за преступление? What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda. But the dead man was his friend. He wouldn't have... There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilkin Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. Опять же, очередное дерево. Вроде по голосу слышатся какие-то эмоции, но ни жестикуляции, никакой мимики нет. Вообще ничего. Хорошо, я займусь этим. I'd be happy to. Oh, thank you. I'm sure the jailer will allow you a visit. Please, tell Nilkin I love him. Возможно. Но эти вещи лучше самостоятельно говорить. Блок данных. Статус... Апекс. Лейтенант, если судить по рапорту 16C, мы так и не смогли закрепиться ни в одном из секторов. Вряд ли мы чего-то сможем добиться без должной разведки и точных сведений о врагах. Риски, а также постоянная растрата ресурсов и жизни уже вряд ли можно назвать оправданными. Боевой дух крайне низок и не стоит ожидать от солдат слишком многого. Кандрос. Кандрос. Да ты Кандрос, да? Я знаю этот взгляд. Другие сбенчили твое ухо, не так? Что-то такое? You get used to it. Just focus on being a pathfinder. Can't argue with results. Тебя века сквозь глаз прошло. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Turian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanis was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. What do you know about the enemies we've encountered? The Ket. Да откуда это слово ты узнал? Что за бред? The Ket don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us. Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. It's rough out there. I might need backup if you can spare the people.
I have strike teams specializing in assault and extraction. If you need serious firepower, my Apex teams have you covered. In fact, I could give you authority to dispatch them. It'll cut down their response time. Thank you. Our current ops are on the terminal. See if there's anything that could use a shot where it counts. Хорошо. Are the other Turians managing okay? So-so. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when those Ket found us. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to warn the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. Ну, это нормально, да. What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Kandros family is old military. There were expectations, you know? Then my sister became a sculptor and cousin Nyrene went pirate on Omega. Everyone was proud that I stayed in service. But I kept wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Понятно. Романтический турянец. You and me both, Pathfinder. Задание для ударных отрядов. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrann Kandros for authorization to participate. Please speak with Tyrann Kandros for authorization to participate. Че? That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex. Combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. What situations should they handle? Protecting civilian outposts, holding key positions, or just distracting the Ket. Authorization complete. Good luck out there. Good luck out there. Че? Дальше? Так, загрузка. Наверное, у меня ничего... Ого. Ударные отряды. А это че? Я могу что-то убирать? Я не могу, по-моему, ничего убирать. Ударные отряды. Это текущий список ваших ударных отрядов. Выберите один из них. Ну, понятно, спасибо. Я не могу ничего выбирать. А, понятно. Ну, короче, этот стандартный стол из Dragon Age Inquisition, я так понимаю, да? Квебек, уровень 1. Ого, херась. Это что-то какие-то прокачки, да? Ладно. Выбрать отряд. Набрать отряд. 40 единиц финансов задания. Ну, подожди. Да, блин, что ты выходишь-то? Ну, я всего лишь escape нажал, чтобы назад вернуться. Так. Вернуть украденные данные. Враги выкрали данные по пригодным для заселения территории, повредив наши накопители. Нанесите ответный удар, верните информацию. Вообще, это очень похоже на мультиплеерные. Отвлечь врагов. Задание Apex. Надо отвлечь внимание врага от наших планов. Стройте где-нибудь громкую заварушку, чтобы мы могли скрытно развернуть свои войска. Черты задания разбойники, захват заложников, нам нужен герой. Да, это очень похоже на мультиплеерные задачки. Ну, допустим, я выбрал. Выполнить задание Apex в сетевой игре или отправить ударный отряд? Да, я так и догадывался, что... пока тогда не будем ничего делать. Я отдельно хотел бы мультиплеер показать вам. Пока что не будем торопиться с этим. Давайте еще поговорим с оставшимися нашими... нашим администраторским персоналом, так сказать. Ой. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. I thought I didn't measure up as Pathfinder. Director Addison keeps her own counsel. I keep mine. And when you disagree? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is,
Our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the Golden Worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. Oh. You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. Хорошо. Не понял. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Ну ладно. Чё, не надо играть со мной, Игорь. Я что, мы на него никак повлиять не можем. Давай, рассказывай, что у тебя на уме. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ah. Кажись, у меня имплантант сбоит. Ryder, Casey, me and Sam nude on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential. О, похоже, сегодня будет серия разговоров. I'm fine. Так, давайте с ним еще пообщаемся. Ryder, you have my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Я их найду! Не давай пустых обещаний, чувак. Что с ними случилось? Any idea where they went? Nothing certain, but tens of thousands of colonists tens of thousands. Какой-то ты сипелявый парень. Ага. Did you have some other business? Ну, а расскажи про ковчеги, что знаешь. No, and that is the distressing part. The Asari, Turian, and Salarian arcs are completely unaccounted for. А Кроганы? If they had the same problems with the Scourge that we did, I fear the worst. Should you find any clues, please investigate. Without the other arcs, the promise of the initiative can never be fulfilled. Are there any other arcs we should expect? We had hoped Quarians would be part of the first wave. But before departure in 2185, we got word they had technical problems with their ship. It seems they're also bringing along Drell, Hanar, and other species as well. Цыгане есть цыгане, блин. На лошадках подкатят через пару сотен лет. We won't see them for some time to come. What do I need to consider in making a planet viable? Assuming the planet supports life, an outpost is critical. People like a roof over their heads, and you'll want to eliminate any hostile threats. Whether that's the Ket or other terrors lurking in Helios, colonists being murdered on site can be discouraging. Also, scouting and mapping terrain is a priority for any Pathfinder. And don't forget forward stations. You'll want those. Как-то он очень медленно для Соларианца разговаривает. Может, он какой-то мутант? Мутант-соларианец, высокий и медленно разговаривающий. Ну, вспомни, типа, в первых частях они там быстро, быстрыми короткими фразами разговаривали. Там Мордина, вспомните. What can you tell me about forward stations? I was afraid you'd ask. It's mostly what the engineers tell me. A forward station allows mining, equipment repairs, and resupply for field teams. I mean, who wouldn't want that? But seeing as how every colonization effort has failed, it's just theory at the moment. You get to test it out, Ryder. Правда, что ли? Какой-то ты эмоциональный стал внезапно. It sounds like the Nexus has had a rough time of it. Publicly, I would say we're more than up for the challenge. Privately, I can tell you, it's been a disaster. The Scourge killed hundreds, many of them our senior leadership. Even the founder of the initiative, Gian Garson, is dead. Серьезно? Печально. How did Gene Garson die? With the rest of the leadership. When the Nexus hit Scourge, a large wing of stasis pods was destroyed. They were killed instantly. These people traveled 600 years and died before they even woke up.
Jean Garson never glimpsed Helios. She never saw her vision realized. Что-то как-то... У меня просыпается паранойя. Взяло руководство и сдохло, значит, все сразу, да? Уж не... Диверсия или попахивает здесь? Кендрис mentioned something about hitting the Scourge. How did it play out? Criminal elements took advantage of the emergency and preyed on people's fears. An uprising followed. We had no choice but to turn to the Krogan to deal with them. They crushed the mutiny and the criminals were banished. Exiles, we call them. I doubt we've heard the last of them. They're led by an outlaw, Sloane Kelly. She used to be one of ours. Как так оказалось, что преступников понабрали с собой? Вы не проверяли тех людей, которых везете колонизировать, что ли? Как-то это, блин, напоминает какое-то освоение Америки, как преступников выслали из Млечного Пути. Who is this Sloane Kelly? She was head of security on the Nexus. She opposed the uprising at first, but eventually turned traitor and joined them. Misguided sympathy for the plight of the common citizen? Nonsense. They posed a direct threat to our existence. Ну явно тут не все так просто, и кажется, что все эти люди сбунтовались не потому, что они были преступниками внезапно, а потому что там, не знаю, им урезали рацион или еще что-нибудь, короче говоря, издевались над ними. There don't seem to be many Krogan around. Good riddance. The Krogan demanded a greater say in political matters. The last place you want them involved. Their muscle, nothing more. Good for fighting and lifting heavy objects. When they didn't get what they wanted, they left. Ну, неприязнь соларианцев к Кроганам, в принципе, понятна. Это же соларианцы сначала ускорили развитие Кроганов, вывели их к звездам, сделали из них, считай, оружие против этих, как их там, господи, как называют, забыл, короче, насекомых этих поющих. Потом распространились среди них генофаг, который уничтожил Кроганов. Так что Кроганы и соларианцы друг друга не любят. Why don't you like the Krogan? It's common knowledge that they are a violent, ignorant species. Long ago they waged nuclear war on one another. Their planet was decimated. My people tried to uplift them, but the Krogan could never tame their worst instincts. What if they bring their tempers to Andromeda? We'll all be dead. All be dead. What more can you tell me about the initiative? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before. We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginning. We are the bravest souls each species has to offer. Конечно. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all. Что-то как-то я сомневаюсь в этом всем. What do you know about the early days of the initiative? As most everyone knows, Jean Garson's vision made it happen. She was an entrepreneur on Earth, wealthy, young for a human. Garson had the idea for the initiative in the early 2170s, I believe. Many thought leaving the Milky Way was impossible. But she persevered. And as with most great ideas, the doubters were wrong. Вообще, назначать директоры Соларианца такая себе задача, по-моему. Они же мало живут, там лет 25, по-моему, всего. Или 40. Why do you think most people came? There are thousands of reasons. One for every colonist here. What does any pilgrim seek? Usually, happiness. Finding the thing that eludes them, the thing to fulfill them. While we cannot promise they will find it, we can facilitate the search. It looks like a melting pot around here. The Nexus is home to several initiative species. Many came ahead of the Arcs. The hope is that this station will one day serve as the governing body in Andromeda. Короче, вторую цитадель хотите построить здесь, да? Into the mix? As a Solarian, my kind tend to have a low opinion of them. Nothing I've seen here has changed that. Так, ну а ты-то какую роль-то во всем этом сыграл? As director of the initiative, are you in charge around here or what? If the others would allow me, they don't see me as the rightful successor. Почему? What's their problem with you? I am not Jean Garson. Our founder was charismatic, eccentric, larger than life. Traits I cannot hope to mimic.
She and her inner circle perished in the Scourge, some at the hands of the Exiles, some never made it out of stasis. I was deputy assistant for revenue management. Then all seven leaders above me died. I was next in line for the role. So, you're an accountant? Don't let that fool you. We are all capable of more than we know. When I was young, I was fascinated by the idea of exploring space. Life had its detours, and I went a different direction. Then I heard about the initiative, and saw my chance to try the path not taken. While I may not be setting foot on new worlds, my authority can ensure that you do. Right. Sorry. So how does anything get done? In theory, Kesh handles the Nexus's physical operations, Kandros runs the militia, and Addison manages colonial affairs. I oversee all of it. In practice, we argue, debate, and yell at each other until a decision is made. If we're lucky. It is maddening. Ясно. Понятно. That's all. Ладно. Thanks for your time. Чувак довольно интересный, хотя и... We'll find our futures depend on each other's success. Good luck. У него голос такой пипец, как будто он все уже, ему все надоело в жизни, ничего больше не хочет. Устал, наверное, чувак от происходящего здесь хулиганства. Что-то не пролезть. Жаль. Ну что ж, пойдем пообщаемся еще с народом. Радж Патиль. Нихера себе. Ты живой вообще? Hey, okay? Куда ты без перчаток лезешь? My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. What is there to be paranoid about? We've had three malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. Серьезно? I scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait, that's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me, if they start hitting critical systems. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that'd really help. I've sent the locations to your Omni-tool. Just send me the data when you're done. Хорошо. No. I don't know. It just blew up. Find out why. Be careful. Че? Hello, I'm Gian Garson. О, нет. Господи, ну допустим, мои данные работника. You are employee writer, salary code 19B, active pathfinder. Your supervisor is Director Tan. Based on current staffing needs, you will be eligible for paid vacation time in 587 days. Полтора года всего, нормально. У нас так часто бывает. Ирония. Так, какой статус у нас? Planets, capable of supporting life, are key to our survival in Andromeda. The viability of a world is affected by several factors, including temperature, resources, threat levels, political stability, and so on. We have few viable planets currently within range. Resource levels are considered at risk. The selection process saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. After discovering an unusually high ratio of potential candidates, or golden worlds, the Helios cluster was selected as our destination. Even at a distance, studying the light from stars can reveal much about their planet's composition and atmosphere. Seven worlds, nicknamed Habitats, have the life-supporting environments and resources we need to start our new lives in Andromeda. For initiative strategy and Pathfinder coordination, please see Director Jaren Tan.
For colonial affairs or outpost status, please see Director Foster Addison. For station maintenance, please contact Superintendent Nak Morkesh. For militia operations or apex deployment, please see Tiran Kandros. Понятненько. Integration from the Hyperion is ongoing. Personnel are still restricted to operations. Ясно. Нет, на самом деле, ну да ладно. Так, с кем-то там еще нам надо поговорить по ходу пьесы. Найти бы еще где это. А, магазин же здесь еще есть. А ну. Продавец оружия. Пипец, ты че, барыга? Я же первопроходец. Ouch. Why am I paying for these? Half the supplies are inaccessible, what with how we crash landed and all. And I have to trade with the crooks out there for the rest, so... Ничего не понял. Ну, типа... Ок. Чё это? Утиль сдайте торговцу. Продать весь утиль. В смысле? А, он отмечен, да? Так, хорошо. Хорошо, что у тебя есть по оружию? Дробовик. Автомат. Резотрон. Гадюка. Ну, гадюка у меня вроде как и так есть. А ну. Я хоть посмотрю по оружию-то. Мне наконец-то дали доступ к инвентарю. Так, снайперская винтовка. Гадюка 1. Так, а модифицировать я могу? О, еще и броня стала у нас по кусочкам. Руки, ноги, грудь. Понятно. О, тут, по-моему, броня за предзаказ, да? Или нет? Этот собранный, из чего попало, скафандр начисто лишен изящества. Ясно, понятно. Но лучше, чем мое, я так понимаю. Чертежи какие-то. Типа я еще... Ой, крафтить, что ли, господи. Так не хочется заниматься крафтом, честно, в Mass Effect'е. Ладно, ничего пока не буду покупать у него. Что тут можно отсканировать? Чего? Обнаружен командный центр. Записи охраны. Ограничение ущерба. Кому Тирен Кандрас, а Джерон Тан, директор инициативы Андромеда. Кандрас, как вам известно, во время нашего отсутствия на Нексусе случился бунт. Обстановка накалилась очень быстро, как мы полагаем, все началось со стрельбы на гидропонной ферме и кражи в арсенале. Мотивацией к восстанию послужили разные факторы. Безусловно, сыграло роль стадное чувство, но для лидера, в том числе вашей предшественницы, бывшего директора Хлораны Слоун Келли, это было заведомо предательство. Предпринимали слабые попытки описать и оценить ущерб, нанесенный соучастниками Слоун в ходе восстания. Украденные припасы, сломанное оборудование и все такое. Но я надеялся, что ополчение сможет составить официальный отчет, чтобы выжить, нам необходимо знать, с чем мы столкнулись. Ответ. Директор Тан, мне нужно, чтобы мои подопечные занимались защитой станции, а не инвентаризацией. Если же вам очень нужен отчет ополчения, я поручу его сержанту Нелсу. Кстати, насколько я понимаю, знаники больше подчинялись Калексу, чем Слоун. Разве не он поднял мятеж? Возможно, Каликс Карванис и начал мятеж, но Слоун открыто объявила о своих намерениях. Я знаю, что она была для вас высокого мнения, но надеюсь, что вы сможете сохранить беспристрастность в том, что касается этой задачи. Слоун Келли обманула мои ожидания, никаких проблем не возникнет. Отлично, значит, вы не будете против отправить небольшой тайный разведотряд, чтобы выяснить, куда могла деться Слоун и разизгнанники. Я не хочу неприятных сюрпризов, когда мы наладим колонию. Доклад изгнанники. Присылаю отряд 232. След остыл, нашли нечто похожее на заброшенные лагеря в системе Пфайфер. Но живых обитателей там нет, только кладбище. Среди мертвых была конспиратор Ирида, но не Слоун Келли. Кандрас. Ясно, понятно. Не особо интересно. Сканирую все! Женщина что-то мутит. О, контейнер. О-о-о, тырим вещи! А то меня уже платить заставляют за экипировку. Это какая-то жесть, по-моему. О, мои ребята. Лиам Нисон.
time for our beer yet. This place is a mess. Security is it? Let's call it strained. I can believe it. The Nexus is running on empty. Not just that. A lot of the exiles were security. Everyone was trained and armed for Frontier. We know Kett are dangerous, and now we have to worry about our people too. No idea where they went, but they left mad. They were frustrated. If they just wanted to kill, they could have fought to the last here. Apparently we're the big hope for everyone. Not the Hyperion, Shoei. Just us. I'm with you. It's just... a lot. Ничего, мы все исправим. As long as the Nexus is here, as long as we're here, we have a job to do. Double down crisis mode. I can do that. We can do that. Ready and willing, Pathfinder. Pathfinder. Ты какой-то ямаец, судя по говору. Так, это у нас тут главный турианец. Так, мне это подсканировать надо, не? Так, я не могу найти, с кем там поговорить-то еще надо. Где ты, женщина Кроган? Сюда, что ли? А, вот, точно. Кара! Чё, как у тебя? Hey there. You okay? Those guys really grilled you. And Addison. First Pathfinder they've seen in over a year. All she can do is question your competence? Да это нормально. Кто из них Эдисон? Я понимаю, реакция, она на меня бесит. She understands the stakes. If I fail, we... You won't. Let's hope not. You won't. That's the end of it. I worked out logistics with Director Tan. They're giving us a ship and crew. He said their best is taking care of it. Я смотрю, ты заразилась от Эдисона буратинизмом, да? While you're there, maybe see how your sister's doing. Взгляд в никуда и абсолютно идентичные выражения лица во время всего разговора. Ой. И ты куда? Ты куда ты меня предлагаешь? Поехать-то, ну? С чистого леса, подожди. Я же хочу это... дополнительные задачи выполнить. Почему у меня висела же эта задача? Почему она поменялась на что-то другое? Это бред. Ой, я чувствую, что на планету высаживаться придется еще не скоро, потому что я смотрю на самом Нексусе, делов полно. Вот. Я, ну... несмотря на то, что для кого-то, наверное, это может быть разочаровывающим, но тем не менее. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. А-а, ничего себе. Ну, это же... о, это же это. Чувак, которого мы попросили спасти, да? Я могу сохраняться? Я могу сохраняться, ничего себе! А у меня есть автосейв? Ой, квиксейв. Хера у меня, походу, нет. Ладно. Здорово. Help you. Pathfinder Ryder, here to see Nilkin Rensis. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Nilkin, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanted to chat with you. The Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. I'm not here to exile you. Told your wife I'd look into things. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. So when he was killed, people assumed you did it? For good reason. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the Kett, and... I guess I panicked and fired. Witness saw the chief's chest explode. Просто ужас! Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. Ну что ж, я разберусь. I'll check out the evidence. Maybe something doesn't add up. And it'd be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a Pathfinder.
I'm sure Kandros will give you access. Maybe there's still hope. Ну, а в любом случае, ты его убил. То есть, ну, несмотря на то, что это несчастный случай, как бы статья, например, в Уголовном кодексе РФ существует, непреднамеренное убийство. И тут ничего не поделаешь, чувак. Так, это у нас продавец оружия. Продавец оружия прямо с, рядом с изолятором. А что у вас тут телек? Вы зачем телек посадили в тюрьму, придурки? Они странные. Ну ладно. Короче, как видите, задач здесь на самом Нексусе море. И, ну, в этой серии я точно не отправлюсь на планету. В следующий, даже не знаю, успею или нет. Но проблема в том, что мне уже надо бы заканчивать. То меня там ждут. Ну, еще буквально несколько минут я постараюсь уделить. Так, и что, куда она увело? Непонятно. Ой, это женщина Кроган. Кеш. Оружие? Мотыга! О, я люблю мотыга. Мотыга прикольное оружие было, по крайней мере, в предыдущих частях. Нескорострельное, но очень точное и мощное. Так, ну ладно. Docking unannounced caused some switches to blow. That's fine. I don't care. We know the problem is more widespread than we thought. We're working to fix it. That's all. My crews were. Так, ну давай. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. Ты какая-то слишком дружелюбная для Крогана. Hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. Где Кроганы? I noticed there aren't a lot of Кроган around. Tan, ask him why most of my people left. Я уже спросил. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and in return get more say in the initiative. Ну, то есть, вместо того, чтобы помогать бунт, значит, подавлять, вы начали торговаться. Классные ребята, пиздец вообще. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. Ну, а ты почему осталась? With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. Хм, окей. Подозрительная женщина. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Jean Garson, was killed. What happened to Jean Garson? Killed in the Scourge disaster. Он уже рассказал, но я собираю мнение разных сторон. And I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail. According to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. Хорошо. When we left the Milky Way, the Кроган were still dealing with the Genophage. Right. The Genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only one in a thousand survive. Зачем я про это узнаю? Я и так все про это знаю, но ладно. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. Ага, заметно. People need that more than most. What about the Кроган here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. Что за бред? During the trip to get here, Кроган underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage.
Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%. Oh, боже. A lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. Больше Кроганов, ну это такое себе. Nothing more for now. Try not to die out there. Ну, поговорить с учеными? Зачем мне говорить с учеными? Так, блок данных. На память будущим поколениям, если инициатива вдруг всплывет кверху брюхом. День новый, дерьмо старое. Нексус, по сути своей, не более чем цирк на 4 манежа. Мне не нравятся методы Тана, и он ясно показывает свое презрение к Кроганам. Думаю, намерения у него благие, но он тот еще рвач, и добьется он так только конфликта. Нексус не сможет объединиться до тех пор, пока у Танна развязаны руки. Эдисон уже решил отколоться от него и занимает круговую оборону. Нужно будет потолковать с Кандросом. Надеюсь, мы сможем договориться, а может и нет. Как же мне достали все эти фокусы? Понятно. Ну, дерьмо-то старое, ребят, только потому, что вы с собой это дерьмо старое привезли. Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. Привет, ты решила со мной пообщаться поближе? Милая Зари. Зари всегда и фигурка красивая была. Так, чё ещё? Чё ещё у нас есть? С какими-то учёными надо пообщаться, да? Пойдём пообщаемся с учёными. Профессор Гирик. Очередной Морден Солус. О, ты смотрю, матриарх Азари, да? Судя по голосу. Здорово. Ну блин, да остановись ты, дай поговорить с тобой, ну. You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor Herrick, my colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. What fields do you study? Herrick's into life sciences. I do planetary geology, oceanography, rocks and runoff. Aradana's the space and math whiz. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Видимо, все. Ладно. На сегодня, я думаю, мы закончим. В следующей серии продолжим. У вас что-то сломалось, ребят. Почините быстрее. Пока не бомбануло какой-нибудь каскадный резонанс. В следующей серии продолжим изучать Нексус. Вот. Ну, в общем и целом. Я думаю, что мы быстрее попадем в какой-нибудь там... На какое-нибудь задание, где нужно будет стрелять, убивать, но... Нет, тут, в принципе, как на Цитадели, можно много ходить, много разговаривать, много изучать. В принципе, типичный Mass Effect. С вами был Ведьмак, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть еще. Всем пока.